среду, 19 октября, в здании администрации города состоялась межведомственная комиссия по организации оздоровлению и занятости детей в летний отдых. В зале заседаний собрались члены межведомственной комиссии. На заседании подводили итоги прошедшей летней оздоровительной кампании. В этом году функционировало 3 детских загородных оздоровительных лагеря и 12 центров с дневным пребыванием детей. В общей сложности летом отдохнуло в лагерях 4381 ребенок. Летняя оздоровительная кампания прошла без особых происшествий. У нас на территории городского округа город Кумертау работали 3 летних оздоровительных лагеря, 12 центров с дневным пребыванием детей. Далее были организованы малозатратные формы отдыха, также и трудоустройство несовершеннолетних граждан, это от 14 до 18 лет, которые работали. И различные формы отдыха, такие как праздники двора, которые проводились управлением культуры. На организацию летней оздоровительной кампании из федерального и республиканского бюджета было выделено более 12 миллионов рублей. Из них около 1 миллиона рублей было выделено на отдых и оздоровление детей, оставшихся без попечения родителей. Из муниципального бюджета было выделено 500 тысяч рублей на проведение профильных лагерей и 150 тысяч рублей на проведение трудовых объединений, которые проходили на базе образовательных учреждений. Все денежные средства, которые были выделены на организацию летней оздоровительной кампании, были освоены вовремя и в полном объеме. Благодаря финансовой поддержке и кропотливой работы членов межведомственной комиссии, отдых детей прошел на высоком уровне. Подготовка лагерей к летнему сезону была выполнена в сроки. Заезды прошли в соответствии с графиком заездов, то есть ни один заезд не был сорван, то все прошло вовремя. В лагеря были... Дети доставлялись автобусами, которые были обеспечены техническими средствами и в сопровождении машин ГИБДД. Оздоровительная кампания закончилась в августе, и уже на данный момент стартовала заявочная кампания на летний отдых детей на следующий год. Продлится прием заявок до 1 ноября 2016 года, где будет представлен мониторинг по заявочной кампании. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».